Посмотрите просто на него, какой он имбовый. Ой, блин, ну я надеюсь, когда-нибудь мы его выведем. Хоба, всем здорово, с вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть My Singing Monsters. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень-очень важно. Да, да, ребят, вот не ленитесь, а прям сейчас запрыгивайте в Телеграм, правда важно. Короче, у нас тут обновление, ребята, и ты просто погляди. Ты просто погляди. Во-первых, ну, играем без этого. Играем без этого, ребята, сразу говорю, это аккаунт без доната, без друзей, все дела. Вот. Шрифт. Обрати внимание на шрифт. Он изменился. Собрать. Почтовой ящик, карта, друзья, магазин, настройки, задания. Давай, что по заданиям, кстати, у нас? Выведи и размести... Бусчелу? Бусчелу? Так, также собираем это. И у нас что по почтовому ящику? Давай-ка поглядим. Давай поглядим. Загружаем почту. О, это сюда! Это сюда, дружище! Это сюда! Отлично, отлично, ребята! А серии задерживаются, вы сами знаете почему. Я уже в каждой серии это рассказываю, говорю. Потому что... Я просто думал, сейчас реклама тут. Я немного подзавис, потому что думал, сейчас опять реклама. Ну, у нас тут... В эмуляторе каждый раз реклама выпадает, но нет. Смотри-ка, нет, сегодня. Интересно. Вот, затормаживаются немножечко, задерживаются серии только потому, что без факелов очень сложно. Да даже с факелами сложно трехэлементных, четырехэлементных выводить. Вот. Остров воздуха. Сейчас реклама... Нету, офигеть. Удивительно, прям удивительно, чуваки, на самом деле-то. Поглядите на это. Карта. Остров воды. Остров воды, друзья. Так. Секунду, ребята. Мы пока что собираем. Не переживай, тут новые у нас монстры будут. Я говорю, я пока выводил. Вот. Блин, перезапускать. Давай, давай в конце. Давай в конце это сделаем. У меня там, потому что я знаю. Либо вообще не буду собирать, потому что ты ничего не увидишь. Тут реально. Ты ничего не увидишь. У меня какой-то баг в эмуляторе. Смотри, кто у нас тут. Давай, сюда! На самом деле у меня тут был эпичный. Эпичный. Но обычного не было. Жужук. Слушайте, как вам вообще шрифт? Вот что изменился, ребят? Напишите, мне прям интересно. Он прикольный или все-таки раньше лучше было? Ребят, напишите. Так, жужук. Мы с тобой его размещаем. Давай, наверное, куда-нибудь отсюда. Ля, бедный. Мы, в принципе, слышали, как он поет, но все равно. Так, покормим? Давай. А, мне же его надо, короче, ребята. Я почему его хотел? На остров эфира его надо затащить. Я вспомнил. Да, ребят, я поэтому-то его и выводил. Потому что я немножко подзабыл. И эпический, ребятки. Куда, 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 куда? Прошу прощения. Ладно, ничего страшного. Остров Фира. Телепортация, да. Ага, понимаем, ладно. Чуть попозже, попожа. Блин, да что ж эта стрелочка? Она меня уже начинает напрягать, ребят. Давайте уже сразу сюда зайдем, залетим, ребята. Остров Золота. Так, сезон. С днем рождения, My Singing Monsters. 11 лет вроде как игре исполняется, прикиньте. Чтобы отметить ежегодную веху восстановления контакта между мирами монстров и людей, в сентябре месяце начинается радостное празднование. Нифига они тут расписали. Ну давай пробуем, поглядим, ребята. Остров выглядит празднично. Так. Ну, интересно, слушай, интересно, красиво все это выглядит. Так, а какие, погоди. Слушай, а... Эпический карабас, кстати. Ничего себе! Это что такое, ребята? Такого карабаса? Это все кто? О, 3000, 3000. Эпический зерномех, эпический осьмидуб. А. Эта элементарная фаза заблокирована, пока вы не включите предыдущую. Сколько здесь монстров надо, мама?
Я подумал, ничего себе, здорово, всего 3000. Можно, ну, накопить, ладно, это пофиг, но в плане... Понимаю, тут, короче... Любуйтесь, любуйтесь, ребята, эпический Карабас, скорее всего, через год, ребята, через год, если я еще буду снимать эту игрушку, ничего не изменится. Навряд ли я смогу его активировать, жесть. Ну, у нас как бы вот этот чел есть, да, спрятать его можно уже, это же эпический у нас. Ля батя, смотри какой. Слушай, это интересно, конечно. Жесть. Ну что же, друзья, в общем, мы с тобой... Конечно, я не представляю, когда я эпического этого Карабаса получу. Ребят, давайте хотя бы в видосике поглядим. Если что, этот видосик My Singing Monsters на официальном канале. Поэтому, ребят, ну мы немного поглядим. Мне вот именно вот он интересует. А остальное себе не будем как бы спойлерить. И там монстры, как они поют и так далее. Так что погнали. Plant, cold, air, water and earth. Epic monsters are extremely hard to come by. So this means that you'll be able to hear its song and witness its stunning transformation sooner. As more elemental phases are unlocked, the epic wobbox will add more and more musical parts to the Gold Island song. Он просто имбовый, ребята! The seasonal jamboree can now be placed from seasonal shanty at level 15 on Gold Island. It was only fitting that this. Да, там уже это. Блин, так мало. Я-то думал, он там попоет. Блин, ну это очень круто. Это очень круто, друзья. Пока. Посмотрите просто на него, какой он имбовый. Ой, блин. Ну, я надеюсь, когда-нибудь мы его выведем. Ну, не представляю, правда, когда. В общем, как-то так. Да. Так, ладно, ребят, мы продолжаем дальше. В принципе, ну, выпуск более-менее такой интересный становится. Так, а где остров Земли мы с тобой забрали? Секунду. Ага, да. Так, в общем, пока что мы собираем, если что, друзья, алмазики. Алмазики, давай собирать. Остров света. Погнали. Так. Псионики. Тут у нас никого. Пока что, чувачки. Вот он. Давай. Вот новый монстр, друзья. Зиккурат. Огненный, трехэлементный. Крабик такой, смотри. У него ушки тоже в виде рук. Клешни, ля. Стролиты прям вместе. Да вы подходите друг к другу. Ну-ка, сюда. Ух, нифига он! Делай добро, смотри-ка. Это как будто, вот знаешь, интро у меня. У меня просто начальная заставка, ребята, там мелодия играет. Крэб? Да господи, краб рейв. Крэб. Ля. Тоже имба, мне очень понравилось. Ля. Хорош. Ладно, пусть пока он такой, не будем прям его перекармливать, да, ребятки? Так, сюда. Хорошо. И немного почитаем. Почитаем его. Инфо. Ребята, статистика, биография. Клещи и зиккураба умеют не только быстро щелкать, они также могут быть полезными для разных дел. Измельчать овощи, дерево или оберточную бумагу. Можно сказать, что зиккураб достаточно монстроруки и в прямом смысле. Когда он не занят нарезкой, этот чудовищный монстр любит вздремнуть, спрятав голову в звуконепроницаемый панцирь. Интересный монстрик такой. Ну слушай, прикольный. Так, что у нас дальше? Давай поглядим. Так. Слушай, ну нормально, накопили уже алмазики-то, смотри. Саня. Так, пока тут тихо. У нас ничего. Ох, на острове Эфира я, блин, все жду. Ребята, вот как раз мы сейчас можем продать и сюда отправить монстра, да. Остров мифов. Друзья. Тик. Еще один. Погнали. Дежа Джин. Класс магический. Ого.
Нил. Хорош пельмень, откормился. Блин, это все, что? Что он умеет? Не знаю, я почему-то ждал, что он там начнет так в соло тащить, но... Не, он неплохой монстр. Ребята, он неплохой монстр. Но что-то я побольше все-таки ждал, так что давай еще послушаем. Возможно, он проявит себя. Просто он выглядит на самом деле, как бы... Ну... Не дешево, скажем так. Поэтому я жду от него чего-то такого, знаешь, такого крутого. Такого прикольно щелкает. Ну, неплохо, в принципе-то. Это прикольно. Тарарам. Блин, мне, если честно, вот прям вот этот остров больше всех нравится. Прям больше всех. Вот у нас скоро появится там такой имбовый персонаж. Так что, ребята, блин, это прям вот самый мой любимый. Так, что у нас? Собираем. Кэшбэк. Да, не зря мы с тобой послушали. Вообще. Потому что он что-то вначале как-то, ну знаешь... Ну, во-во. Вот это. Ра-ра-ра-ра-рам. Как это так? А потом, как еще другие включились, это вообще имба какая-то стала. Если у вас возникло внезапное мучительное подозрение, что вы испытываете что-то, что вы видели или слышали раньше, возможно, вы находитесь в непосредственной близости от Дежа Джина. Некоторые черты левитирующего гибрида, псионики и фей, такие как его гортанный голос и множество красочных кристаллов, могут напоминать некоторые виды и в других частях мира монстров. Однако то, что делает совершенно уникальным, пьезоэлектрический заряд, проходящий через его рога и отвечающий за дезориентирующий псионический эффект, который он указывает на других. Хорошо, хорошо. Ну, такой интересный, интересный монстр. Так, а остров Бублинов, давай забежим туда. Забежим туда. Отлично. И вот я что хотел, прям, удовольствием, где у нас, где у нас? Так, остров Земли, погоди, 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 погоди. Хотя, дай-ка сюда. Рубанем. Так, и вот нашего дружища. Нам надо телепортировать его, ребята, остров эфира, да. Let's go, отправляется. И он, кстати, по-другому будет петь. Тоже послушаем. А, ну, не надо слушать, ребят, тут же эпически, да. Я просто его почему сюда отправил? Думал, что все-таки это сработает, как-то можно будет его смешивать. Нет, нет, к сожалению, друзья. Да. Так, ну слушай, ну-ка поглядим. Серия такая нормальная. Даже сегодня без Колизея, ребят. Сегодня даже без Колизея. Вау, ребят. Колизей из следующей серии. Вот, вот дожили, а? Собрать. Да. Опа. Ну, естественно, да. Да, друзья. Понимаю. Ладно, в принципе, вот такая вот обновка. А погоди, погоди, мне сказали, что в почтовом ящике более подробно. Ага, юбилейный месяц. Опа, смотрите, во-первых, 11. А у меня же он есть. Погоди, у Джема в сборе новая свеча. Так, это мы сейчас поглядим. Погодите, это, походу, еще не финал, ребят. Погодите, погодите. Вот он, эпический карабас. Мы его уже видели. Мы его увидели. Доступен для размещения на уровне 15. Но я думаю, мы заколебемся его открывать. Опа.
Опа, Бусчелла, вот оно что, а? Так, хорошо, будем пытаться выводить. Так. Эпический джем в сборе? Да ладно. Погодите, он же другим был. Он, по-моему, шоколадный был, не? Или это редкий шоколадный? Ого. Интересно, слушай, офигеть. Его редкие эпические формы. Да, это редкие, видимо. Ух, да что такое-то? Погляди просто! Йоколамене, дух творения, специально анимированное украшение премиум-класса. Ого! На сумму при покупке любого набора валюты. Ну, к сожалению, его здесь не будет, ребят, потому что я без доната. Я вам сказал, что будем без доната, значит, все. Как-то так. Да, слушай. Это прикольно. А, ну, про это забудьте. Про это забудьте, ребята. Остров небожителей, там миллионы лет, наверное, все это будет. Понимаю. Ладно, ребят, вот такая вот у нас серия получилась. Ставь лайкосик. Буду пытаться новых монстров все-таки как-то вывести. Залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.